Наталья на связи, и сегодня на стадионе отеля Nirvana Cosmopolitan состоится матч между футбольным клубом Нижний Новгород и эстонской таллинской Ливадией. Юлдошев, номер 24, Кирилл Гацук, капитан команды, номер 22, Никита Кокоев, номер 70, если крупно посмотрим, он так чуть более к левому флангу будет тяготеть. Ну и что, у нас уже штрафной. Первый в этой игре, решили быстро разыграть, там на футболке у него фамилия Галаджан, но это не должно смущать, есть первый удар, есть первый гол. И что, да, он засчитан, действительно хватило всего лишь 2 минут для того, чтобы распечатать ворота как-то чрезвычайно легко. Давайте смотреть повтор, там сутолоки у ворот, я, честно говоря, даже не разобрался, кто этот удар нанес. Ну, вот здесь было добивание. Ну, может быть, с этой камеры как раз мы сейчас чуть лучше разглядим. Да, Тимур Сулейманов продолжает штамповать голы. И вот, в общем, тут нюансов много. Это все уже исключительно мои домыслы пошли. Пока же смотрим за атакой по левой бровке. Калинский продвинул мяч, отдал дальше своему партнеру. И хороший удар, но удар прямо в руки. Прямо в руки Кари Андре Валнеру. Тот мяч забирает и... Посмотрим еще раз за этим эпизодом. Ну, крайне легко здесь проходит мимо аж 2 сразу защитников. Так гораздо приятней. Ну и все. Истекает у нас как раз вот эта добавленная минута. Ну и что же? Ну и вот на экранах сейчас еще футболист под 9-м номером. Да, игрок на просмотре. Но я прошла передача от Александрова. Правда, там стык плотный был. А вот это здорово. И теперь есть свободная зона. Можно выводить как раз игрока в атаку. Еще и удар по воротам. Но здесь... Конечно, уже удар поворотом получается совсем и совсем не сильным. А, неплохо, неплохо через 9-го номера было сыграно. Ну и давайте еще раз смотреть. Дальше, конечно, катил Сулейманову. Все делает Валнер. Ну а дальше уже пошел пас. Ух, какой привет-то приходит. И что, не попадает Сулейманов? Или попадает? Слушайте, я даже сначала не понял, сетка не шелохнулась, но ничего себе, как сейчас просто подарили мяч. Ну что, ну положение вне игры там никакого быть не может, потому что пас пришел от... Да, попал в ворота. Вернул, и уже через левую бровку атакует Нижний Новгород. Смотрим за развитием ситуации. Дэнни на мяч дошел. И дальше неплохо Ричлорд, и здесь можно забивать, и рядом со штангой. Да, ну вот поменяли как раз Бегларишвили. Ну давайте еще раз смотреть. Нет, Стоцкий бил. Еще вот 2 голкипера. Александров вот так вот высоко он оказался. Движется с мячом. Бьет. Ничего себе. Вот это приличный перформанс какой. Да, футболочки Сапеты под 41-м номером вот так вот взял Виктор Александров, да и в прессинге-то оказался чуть выше, прошел и положил мяч в дальний угол. Да, улыбка на его лице, неплохо, неплохо все было сделано, ну, оживил немножко уже эту игру у нас во втором. Новичка Нижнего Новгорода, ну и в принципе некоторые футболисты, да, как тот же Виктор Александров, который на просмотре находится, себя неплохо сегодня проявили.